Высадила я из горшка шиловидный флоксус. Да, что у меня зимовал в теплице из-за того, что его забила на грядке трава. Я его посадила в горшок малюсенький. Вот он у меня так разросся. И решил я его из горшка высадить вот сюда. Здесь сорняков нет, все скопано. Тюльпанчики рядом сидят. И дальше здесь у нас будут кабачки. Кабачки почему-то не всходят. Посеяла я кабачки уже, наверное, дня 4. И не всходит огурец, что я подсаживала муму в горшочке. Может, еще зайдут. А вот лилии восточные лезут. Сегодня я не выносила ни лобелию, ни петуньи. Туда-сюда таскать их. То дождь, то днем, правда, хорошая была погода. 14 градусов, солнышко было. Ну, не все время, но было солнышко. На ночь передают всего 1 градус тепла. Еще похолодание несколько штук будет. И даже до минуса. Но мне надо в горшочке сажать лобелию. Я приготовила горшки. Петунию. Ну, что-то в грунт, что-то в горшки. Здесь набирают силу примулы тоже. Примул у меня очень много, я их сколько тоже откапываю, выбрасываю. Ну, их очень много. Они у меня разрастаются очень хорошо. Так, здесь вот муж бочку поставил для набора воды с крыши. А, Бонечка, Бонечка. Вот, это все примула. Вот, смотрите, как разрослась. Сажала маленьким кусочком. Она вон каким ковром разрослась. Вот. И также здесь тоже. Это малиновая все примула. Знаете, вот беленькие. Беленькие, желтенькие. Так, здесь тоже бочка полная воды. А это набирает бутоны резуха. Вот это резуха. Я ее немножко оставила. У меня ее было тут целая грядка. А я ее... Бонечка. Бонечка любимый. Любимый котеночек. Любимый. Очень хороший. Вот. Ходит за мной и мяукает. Здесь тоже вот примулки. Разные. А вот это кустик нормально зимует. Лавандочка. От нее я еще две размножила. Ну, вот она зелененькая идет. Ая, Ая, Аенька. Добрый день, друзья. Все утро колупалась, пересаживала. Вот здесь петуньи. Там лобелия. И с краю стоит, надо еще сажать в грунт. Дельфиниумы. Вынесла лук. Сегодня буду вечерком сажать в грядку. И вот это у меня еще не посажено. Но это попозже. А то мороз тепнет, и что делать? Георгина тоже вынесла. Солнышко посмотреть немножко. Также и вот эти вынесла. Свои гладиолусы.
оно солнышко, но холодно. Ветрено очень сильно. И холодный ветер. Ночью был плюс один всего. Форточку сейчас открыли помидором. И унес муж, что-то он парник, перцы. Потому что сейчас вроде ночи будут потеплей, а числа 25-го, если Бог даст здоровье, высажу и перцы. Ну вот муж сегодня, вот это вчера он скопал. Вот эта черная полоса, это он сегодня копал. А еще ему вот здесь копать надо. И вот там два участочка копать надо. Вон трясогузка ходит, там рожь посеяна. Трясогузка ходит. Ой, а капуста, я что-то забыла, где он хочет сажать. Тут кабачки. Там, наверное, капуста, что ли, не знаю. У нас машина сломана. И никак не делают. Уже неделя. Поехал на разборки. Ругаться поехал. Здесь у меня надо убираться теперь. Подоконники протирать. У меня здесь вот отросток я посадила, корни дал. И маленький здесь у меня перец еще один. Не вошел он в ящик, чтобы его вынести. А здесь у меня не всходит ни один кабачок. Вот огурцы, видите, как растут. И то только 6. А вот что подсадила я сюда, ничего нету. Ни кабачка, ничего. Ну, это все кабачки. Тыкву я решила не сажать. Что-то выключилось. И здесь тоже ни одной нету. Я их не замачивала, поэтому не знаю даже. Вон она лежит. И, по-моему, корень не дала. А может, не дала. Не знаю. А то оторву. Не буду пока. Тоже ими дней 5 уже. На солнышке держу их. Так. Жарко. Так. Вот так вот сделать. Так, у меня там чайник орёт. Пойду.